Всем привет с Белорецкого района, тёщиного языка. Сегодняшнее видео я посвящу выбору отеля в горнолыжном курорте Новоабзаково. Сейчас мы немножко по дороге проедем, покажем это место и достопримечательности. Потом покажу ром-тур отеля Таутаж. Ну и включим друзья в путь. Друзья, но пока мы едем, я вам расскажу старый как мир анекдот. Кто такой автотурист? Это человек, который проехал 5000 километров, чтобы сфотографироваться на фоне своего автомобиля. Вот проезжая реку Реветь, не могли не остановиться, посмотреть на... Да? Что, правда искупнулся бы? Ну, давай раздевайся. Это же сауна, слышишь? Будешь купаться-то? Нет, у меня нет плавок. Так никого же нет, зачем ты плавки? Друзья, приглашаю вас в рум-тур по стандартному номеру на каждом этаже. В отеле Таутаж расположены вот такие кулеры, сразу из минусов. Нету тамбура, ночью люди возвращаются с дискотеки, с караоке, все их шаги, сразу говорю, слышно. Вот такой стандартный двухместный номер. Привет. Душевая кабина, туалет. Дополнительные 200 рублей заказали детскую кроватку, нам ее сразу поставили к нашему заезду. Телевизор я бы, конечно, повесил бы на стену. Шкаф достаточно вместимый, есть вешалки. Нареканий нет. Два спальных места. Заказали обогреватель, потому что в октябре почему-то батареи не работали, он пригодился, сразу говорю. Тут у нас эконом-класс. Номера отдельные стоящие. С выходом на улицу. С собственной парковкой. Мини-бар. Часть с мини-бара пришлось переложить, чтобы дети не съели и не выпили за бешеные деньги, нам пришлось потом доплачивать. И вот расследование в стиле Леонида Летучи обнаружило кучу пыли. Но это мелочи, правда. Так, ну, друзья, прекрасный вид из окна. Продолжим знакомство с детской площадкой, с детской комнатой. А потом покажу, какие завтраки в отеле Таутаж. Вот такая детская комната. Отель Таутаж. Куча развлечений для детей. Еще и речка есть. Туалет, мультики. Друзья, сейчас я вам покажу, как будут нас кормить на завтраке. Вот такой шведский стол. Это Таутаж на завтрак. Жалко, что вот это не включено. А то потому что мы спали ночью, люди по улице идут, ну сразу слышно, то что тамбура нет.
Здесь получается как бы тамбур. Вот какой у нас люкс. С балкончиком. Классный. Люкс. Вот и экономы. Пойдем, пойдем. Вот, сходим. Зато люкс телевизор стрёмный. Нет, второй хороший. Спасибо. Туалет там точно такой же, да? Здесь ванна здесь. Люкс. И беде. Друзья, подошел к концу очередной уикенд. Ну, абзаку. В общем, могу подытожить. Всем рекомендую отель Талтаж. Стандартные номера вы видели. А также люксы. Ну, если совсем уже ограничен, есть экономные номера. Сейчас я подойду, покажу к вам. А, друзья, я вам не показал еще гриль веранды, а также канал номера. Вот они располагаются на улице. Единственный минус, конечно, существенный для того, чтобы пройти в столовую. Придется вам одеваться зимой. Ну и вот, пожалуйста, друзья, подошел к концу очередной уикенд. В горнолыжном курорте Новая Абзакова. Нам надо собираться ехать домой. Ну а вам могу порекомендовать останавливаться в замечательном отеле Талтаж. Есть номера. Эконом, который я вам показал. Стандарт, в котором мы жили. А также более высокой категории. Ну, на этом мы заканчиваем мой обзор. Всем спасибо, что смотрели видео до конца. Пожалуйста, поставьте палец вверх. Ну и, разумеется, подпишитесь на канал, если еще до сих пор не подписаны. Всем спасибо, всем пока! Дар-дар-дау! Дар-дар-дау! Шика! Я раздал!